Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Более 2000 человек, в том числе 3 иностранные делегации, примут участие в молодежном форуме «Иволга». К прибытию ребят фестивальная поляна на Мастрюках должна быть полностью готова. Состояние объектов накануне открытия форума проверили представители областных и федеральных властей. Десятки шатров, палаточные городки и площадки для отдыха. Иволга готова принять участников со всей страны и из-за рубежа. В этом году на форуме встретится более 2000 человек со всего Приволжского федерального округа, а также гости из Китая, Германии и Швейцарии. Чтобы показать участникам, что у них есть все шансы воплотить свои проекты в жизнь, организаторы делают ход конем. Мы приглашаем сюда тех людей, которые участвовали в молодежном форуме и уже сегодня готовы представить, что у них получилось после реализации тех проектов, которые были рождены на этой земле, чтобы показать молодым людям, что все, что они делают, не уходит в песок. Они поддержаны полномочным представителем президента, они поддержаны губернаторами соответствующих территорий, они поддержаны административно, финансово. Иволга проходит в Самарской области третий год подряд и с каждым разом расширяет географию. Сегодня это международная молодежная площадка. Осмотрев лагерь, в котором 10 дней будут жить участники, областные и федеральные ревизоры пришли к выводу. Готовность Иволги, вот всей базы, которая здесь развернута, гораздо лучше, чем предыдущие 2 года. И надеемся, что все задачи, которые мы ставим, все цели, которые мы планируем реализовать, они будут реализованы с хорошим качеством. В этом году в едином творческом порыве Иволга объединяет 9 смен. В одной из них «Малая родина, большие возможности» примут участие жители сельских районов. Также право проявить себя получат и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Участников ждут день спорта, акция «Бессмертный полк», а также множество тематических площадок и аттракционов. Здесь возможность общаться, и человеческое общение, профессиональное общение, творческое общение для молодежи, которые завтра станут воплощать в жизнь новые технологии, станут депутатами, руководителями органов власти. И, конечно, вот эта школа, это общение, это творческое участие не только со своими сверстниками и коллегами из разных регионов, но и из других стран даст очень многое. Авторы лучших проектов, как и в прошлые годы, получат финансовую поддержку своих идей. Общий грантовый фонд в этом году составит 11 миллионов рублей. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События». Губернатор области Николай Меркушкин поддержал ряд инициатив от общественных советов города. На встречу с главой региона собрались порядка 1500 самарцев. Все они вошли в общественные советы и работают над проблемами конкретных территорий. Что общественники предложили губернатору, смотрите в нашем следующем сюжете. На встречу с главой региона представители общественных советов пришли с конкретными предложениями. Например, включить их в комиссию по контролю за качеством ремонта внутриквартальных дорог. Также общественники обратились к губернатору с просьбой проверить качество ремонта дорог по конкретным адресам, которые они готовы предоставить. Тут, если вы можете помочь, да, дайте адреса. Занимаемся этим. Бросьте. Конечно. Мы создадим комиссию еще раз. И еще раз очень жестко проверим. Вот я вот для вас хочу сказать, мы в прошлом году не заплатили, до сих пор не заплатили подрядчикам более 1 000 000 000 рублей. И не заплатили не от того, что денег нет, а от того, что сделано не так. Работа управляющих компаний – еще одна актуальная тема, которую подняли на встрече с губернатором активисты общественного совета промышленного района. Они предложили включить членов общественного совета в состав комиссии, которая оценивает деятельность управляющих компаний. Тем самым это поднимет авторитет общественных советов, и люди смогут повлиять на выбор администрации тех или иных управляющих компаний. Вы обязательно должны быть членами комиссии. Обязательно. Это даже, по-моему, не подлежит никакому сомнению. Почему? Потому что кто не как вы, можете реально на самом деле оценить и выразить отношение людей к работе той или иной управляющей компании. И давайте это обязательно мы сделаем. Всего в областной столице сформировано 85 советов. Каждый охватывает интересы от 10 до 20 тысяч жителей. С начала апреля общественники вникают в проблемы конкретных территорий Самары. Люди, знакомясь в Наслинском районе с работой этих общественных советов, начинают понимать, что, наверное, власть стала намного ближе, и реальное решение проблем, оно становится реальным.
Поэтому я просто хотела сказать, что мы эту инициативу поддерживаем. Представитель общественного совета из Куйбышевского района попросил власти благоустроить микрорайон Озерный по примеру Южного города. Глава региона дал соответствующее поручение руководству города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события. Летом кажется, что зима никогда не наступит. Пока самарцы наслаждаются теплыми денечками, городские власти уже позаботились о том, чтобы сделать предстоящую зиму максимально комфортной для жителей Самары. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования получили от города снегоуборочную технику. Вручение оборудования прошло на главной площади Самары. К зиме готовы. Когда на вооружении такая техника, никакие снегопады не страшны. Руководители школ, детсадов и центров дополнительного образования точно уверены, предстоящей зимой до них дойдут все без исключения воспитанники. Дорожки будут расчищены еще до начала занятий, тогда как раньше орудовать лопатой можно было целый день. Снег убирать приходится ежедневно, потому что возле образовательных учреждений должен быть свободный проезд. Это и проход детей, безопасный проезд и проход, это и подвоз продуктов питания. Порядка 180 муниципальных образовательных учреждений получили высококлассную снегоуборочную технику. На ее покупку из городского бюджета выделили около 5 миллионов рублей. В целях реализации госпрограммы по импортозамещению и экономии бюджетных средств вся техника отечественного производства. Мы сегодня создаем новый стандарт уборки города. И нам важно, чтобы управляющие компании, которые в большом обилии присутствуют на нашем рынке, вот эти стандарты перенимали. Мы, как власть, должны эти стандарты демонстрировать всячески, механизировать уборку города, внедрять новые технологии. Мы должны мыслить совершенно другими современными категориями. Я вот за свою жизнь первый раз вижу, когда город таким образом не просто кого-то призывает что-то сделать, а сам реально включает, создает условия для того, чтобы люди могли нормально жить и работать. Это событие продолжает череду позитивных преобразований в отрасли благоустройства. В этом году приобретено 52 спецмашины для уборки города. Это крупнейшая партия за последние годы. Павел Бимаков, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Купальный сезон в Самаре официально еще не открыт, но горожане уже вовсю охлаждаются в Волге. Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, на самарских пляжах начали работать спасательные посты. В чьих руках на самом деле спасение утопающих, выяснил Павел Баймаков. Случайных людей в их команде нет. Все они студенты, но каждый прошел специальный курс обучения. Умеет хорошо плавать и оказывать первую помощь. Рука об руку с широкоплечими спасателями, хрупкие с виду, но решительные девушки. Именно они оказывают пострадавшим первую помощь. Если он захлебнулся водой, вот мальчишки его вытащили, его, то есть, а колено ставишь, его облокачиваешь, во-первых, надо воду оттуда всего толкнуть, чтобы он смог вдохнуть. Если человек не дышит, нужно искусственное дыхание делать. В прошлом году за купальный сезон спасателям удалось вытащить из воды и вернуть к жизни 14 человек. В этом году на самарских пляжах будет работать 10 основных и 3 резервных спасательных поста, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Работа спасателей будет вестись в тесном взаимодействии с медиками, полицией и областным поисково-спасательным отрядом. Проводилось в управлении гражданской защиты совещание, где были уточнены задачи, организовано взаимодействие. И в случае каких-либо происшествий экстренные службы будут немедленно приходить на помощь. Детишки плавают, то есть, как бы, дай бог, какие-то случаи могут случиться, ну, непредвиденные. Родители тоже не всегда могут следить, и тем более со взрослыми тоже может случиться беда, поэтому спасатель необходим на пляж. Следить за безопасностью отдыхающих спасатели будут до конца купального сезона, открытие которого состоится только после проверки качества воды и территории пляжа специалистами. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Общественное мнение играет огромную роль и для городских властей. К нему прислушиваются, его учитывают. Впервые топонимическая комиссия города не приняла ни одного одобрительного решения по переименованию. Все вопросы были отправлены на доработку. И причиной послужило то, что предложенные инициативы не прошли широкого общественного обсуждения. Услышать и учесть мнение большинства помогут советы микрорайонов. Пока здесь лишь остатки былой красоты, деревья и бывшие клумбы, из нового только детская площадка. Сделать из безымянной и неухоженной зеленой зоны на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера благоустроенный новый сквер предложили студенты и преподаватели Самарского экономического университета. Молодые люди сами готовы привести в порядок территорию, чтобы она стала еще одним украшением советского района Самары. Вуз имеет достаточно большую и хорошую, на наш взгляд, историю. Можно было бы, на наш взгляд,
создать сквер экономистов, и, соответственно, мы вот сейчас объявляем конкурс на планировку этой территории. На заседании топонимической комиссии идею поддержали. Только название могло бы быть более глубоким, отражающим славную историю вуза. Можно провести конкурс среди студентов на лучшее название сквера, а также необходимо проработать варианты внутреннего наполнения территории. Более вдумчиво, мне кажется, стоит относиться к названию, понимая, что это история. В будущем можно сделать проект планировки парка, определиться все-таки концептуально, что там будет. То ли там будет какая-то галерея бюстов, то ли там будет один памятник, да? То ли там арт-объекты какие-то, да, и действительно посмотреть на деле, как инициатива общественная, студенческая реализуется в плане благоустройства, например, этой территории. Мы со своей стороны поможем. Одно из предложений – установить в сквере памятник почетному ректору СГЭУ Анатолию Носкову. Возможно, к благоустройству площади на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера приступят этой осенью. А вот территорию в районе улиц Солнечной, Демократической и Димитрова в промышленном районе уже облагородили. Теперь жители просят присвоить этому месту статус аллеи. Из-за близости к 175-й школе назвать предложили «школьная». Впрочем, историки считают, название должно отражать знаменательные события из истории и предлагают дать имя аллее «Тимуровская». В 40-м году на этой территории, ну, рядышком, снимался художественный фильм «Тимур и его команда». Там, возможно, на этих кадрах можно увидеть и ту территорию, которая как раз входит в этот комплекс. Поэтому, если что искать, пожалуйста, название есть. Представителю инициативной группы название «Тимуровская» пришлось по душе. Но очень важно, чтобы все изменения в городе были поддержаны широким кругом общественности. Во внимание нужно брать все точки зрения жителей. Помочь в этом должны общественные советы микрорайонов. Мы сейчас реформу местного самоуправления завершаем практически, да, с принятием поправок в закон. И мне бы хотелось, чтобы вот общественный совет вашу инициативу там поддержал. Общественное обсуждение инициатив по переименованию планируется проводить по всем вопросам, вынесенным на топонимическую комиссию. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Константин Головин. События. В Самаре отметили День России. Праздничные площадки развернулись во всех районах города. В Октябрьском основным местом притяжения стал загородный парк. Вместе с горожанами по нему прогулялась и Лариса Шалафаст. Песнями и танцами встречают жители Октябрьского района Самары в загородном парке. В этом году День России отмечают с размахом. По традиции 12 июня жители областной столицы встречают все вместе. Любые события, которые объединяют народ, объединяют все население ради одной идеи, очень важны для любой страны. Все желающие могли не только послушать песни, поиграть в волейбол и дартс, но и поучиться стрельбе из лука, походить на ходулях, освоить древние ремесла и поиграть в старинные русские игры. Участники культурного центра «Светлица» занимаются реконструкцией X-XI веков, периода становления российского государства. Чтобы напомнить самарцам о том времени, открыли в парке историческую площадку. Заниматься популяризацией русской традиционной культуры важно, потому что без традиционной культуры, без традиции, без истории народа как такового нету. Вот чтобы народ был, нужна культура, нужна традиция. Историческую площадку вместе с жителями города посетили глава администрации Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Александр Фетисов. После этого они прошли по всей территории парка. Глава администрации отметил, парк находится в ухоженном состоянии, но еще есть куда стремиться. Как руководитель администрации города я вижу определенные перспективы развития этого парка. Я думаю, они будут обсуждаться в этом году. И мы будем стараться сделать так, чтобы этот парк менялся ежегодно, и все больше возможностей для отдыха у наших горожан появлялось. Люди приходят сюда с детьми, люди самых различных возрастов, да, и каждый находит себе, да, здесь место по душе. И я считаю, что именно таким и должен быть День России, потому что День России – это прежде всего это люди. Торжества, посвященные Дню России, прошли во всех районах Самары. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события. Сыграть свадьбу в День России символично и очень патриотично. Правда, в этом году у ЗАГСов тоже был выходной. Хотя 16 пар все же смогли осуществить свою мечту. Причем свадьбы стали вдвойне необычными. Помимо знаменательной для всей страны даты, регистрация проходила в Доме культуры железнодорожников имени Пушкина, построенном в 1903 году. Пока в здании Самарского дворца бракосочетаний идет масштабный ремонт, браки регистрируют в исторических интерьерах. Волнения перед столь ответственным шагом нет. История любви Вадима и Юлии началась 6 лет назад.
О свадьбе мечтали давно, и заветный день, 12 июня, ждали специально. Как говорит Вадим, познакомились тоже в День России. На работе, добавляет Юлия. Примечательно, что трудятся молодые люди в газораспределительной компании. В каком-то смысле природные богатства родной страны соединили две судьбы. Мы патриотично подходили к этому вопросу. Нам очень нравится праздник День России, поэтому мы очень хотели, чтобы у нас роспись произошла именно в этот день. Конечно, не все ЗАГСы предоставляют такую возможность, нам вот очень повезло. Спасибо всем, что пришли, поздравили нас в такой день знаменательный. Всех с Днем России! Удача сопутствует этой семье с момента создания. Государственный праздник стал выходным днем и для ЗАГСов региона. Церемонии проводили только дворцы торжеств. Еще один сюрприз для молодоженов – регистрация под открытым небом в торжественно оформленном дворике Дома культуры железнодорожников имени Пушкина. Фонтан, атмосфера усадьбы и флёр истории – этому дворику уже больше 100 лет. Кроме традиционного марша Мендельсона, на праздничных церемониях звучал и гимн Российской Федерации. А новым семьям вместе со свидетельством о браке вручали главный закон страны – Конституцию. В День России зарегистрировать свой брак – это очень патриотично. Празднование в целом этого праздника становится особенно актуальным в свете последних событий, когда волна патриотизма прокатилась по всем просторам нашей державы. Если у нас будут крепкие, сильные семьи, у нас будет сильное, нерушимое, процветающее государство. В День России сыграли 16 свадьб. Часть прошла в историческом Пушкинском зале. Такую свадьбу уж точно не забудут ни молодожены, ни гости. Да и муж напоминать, когда годовщина не придется, шутят молодые жены. И абсолютно все уверены, браки, заключенные в столь знаменательный день, будут крепкими, как Россия. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Основное празднество развернулось по традиции на площади Куйбышева. Там самарцев ждал концерт звезд российской эстрады. И там же, прямо на сцене, российские паспорта получили новые граждане нашей страны. Семья беженцев из Украины. Поздравили их с этим событием губернатор области Николай Меркушкин и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Главным подарком жителям областной столицы в День России стал большой концерт на площади Куйбышева. Посмотреть на выступления лучших творческих коллективов города и звезд российской эстрады приехали более 30 тысяч жителей. Это повышает патриотизм к своей родине, и хочется все чаще и чаще видеть такие праздники в нашем городе. Молодое поколение, оно должно знать нашу историю и относиться к нашей истории, ну, соответственно. Вот, чтобы у них был определенный патриотизм. И знали, что такое Родина вообще. Второй год подряд поздравить жителей областной столицы с Днем России приезжает народный артист СССР Иосиф Кобзон. Да, здорово, что все вы здесь, в Самаре, собрались. Начиная с 2014 года в Самарскую область приехали порядка 15 тысяч беженцев из Украины. Россия стала для них второй родиной. Поэтому в День России на площади Куйбышева они вместе со всеми самарцами. После приветственной речи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и Иосиф Кобзон вручили российские паспорта переселенцам из Донецка семье Малининых. В мае прошлого года Наталья Малинина с детьми переехала в Самару. Ее супруг работает врачом и до сих пор не может выехать в Россию. Сегодня замечательный день в жизни нашей семьи. Мы стали гражданами России. Мы должны сделать все своей сплоченностью, единством, любовью к родине, поддержкой руководства страны, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, сделать все, чтобы эта страшная беда завершилась, чтобы семьи были полными, чтобы семьи жили счастливо. Поздравить самарцев в этот праздничный день приехала народная артистка России Валерия. Больше всего эмоций у горожан вызвало выступление легенды русского рока группы «Ария». Завершился концерт на площади Куйбышева праздничным салютом. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Самарские татары отметили национальный праздник Сабантуй, который уже 27 лет широко проводят в Самаре. За это время Сабантуй стал праздником уже общегородским. Поучаствовать в национальных забавах приходят все самарцы. Примечательно, что в этом году Сабантуй следовал сразу за Днем России. А ведь именно многонациональным и дружным народом сильна страна. Я
Сабантуй для татар – самый народный, долгожданный праздник. На русский его название можно перевести как «праздник плуга». Все дружно отмечают окончание весенних полевых работ и желают богатого урожая. История сабантуя уходит в глубину веков, хотя и сегодня традиции соблюдают. Сабантуй – это еще и праздник спорта. Здесь всевозможные соревнования в силовых дисциплинах. Гиревой спорт, битва подушками, кульминация спортивной части – состязание настоящих батыров в национальной борьбе на поясах кареш. Помимо денежного приза победителю, как в старину, дарят и барана. На самарский сабантуй приехали титулованные борцы из Татарстана. На сабантуях уж из покон веков она приходит, ну, борется по этой борьбе. И мы сейчас уж продолжаем это. Мне кажется, уж каждый мужчина должен уметь бороться по национальному. Из национального праздника сабантуй уже стал общегородским. Порядка 30 тысяч самарцев приходят в парк Гагарина на веселые гуляния. В самарском регионе живут порядка 130 тысяч татар. И большинство в городах. Сохранять традиции и язык становится все сложнее. Именно такие события помогают не забыть о корнях. Кроме того, сабантуй становится еще и праздником дружбы для всех народов Самары. Очень хорошо, что у нас население поддерживает проведение таких мероприятий, потому что это возможность познакомиться с обычаями, традициями и культурой великого татарского народа. Их отличает сплоченность, единение, культурные ценности, семейные ценности и большой исторический путь развития. Мы должны знать друг друга лучше для того, чтобы двигаться вперед более стремительными шагами. В Поволжье, в Самарской области веками разные народы живут вместе, живут дружно, ходят друг к другу на праздники, понимают и поддерживают друг друга. И, конечно, главный язык, на котором происходит межнациональное общение, это язык культуры. В этом году на главной сцене чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник посвятили еще и 70-летию Победы. Победы многонационального народа. Среди героев Советского Союза 161 представитель татарского народа. Кто-то воевал, кто-то дети фронта, кто-то работал в тылу. И, конечно же, для них этот праздник 70-летия Победы он особо значим. У восточных людей принято уважать старших по возрасту. А вот сегодня, в день нашего сабантуя, праздника, мы постарались, чтобы эти чувства были вдвойне, втройне, как бы они были яркие и заметны, особенно для подрастающего поколения. Трудно переоценить вклад татарского народа и в победу в Великой Отечественной войне, и в послевоенное восстановление. И сегодня тысячи, десятки тысяч представителей татарского народа здесь, на самарской земле, работают на самых различных предприятиях, создают экономическую мощь нашего города. С утра и до позднего вечера не смолкала музыка в парке Гагарина, вовлекая в действие всех прохожих, независимо от национальности. Марина Кравцова, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Увидимся.